Уважаемые товарищи, первичная организация открытого акционерного общества «Глоты» была зарегистрирована Борисовским районным исполнительным комитетом в 2008 году, 14 февраля. На настоящий момент эта общественная организация насчитывает в своем составе 82 человека. Общественная организация небольшая, если учитывать общее количество работников «Глоты». Но у нас в перспективе намечена общественная организация, о чем я скажу. В основном работа общественной организации в прошедшем году строилась в соответствии с планами районной организации. Члены организации принимали активное участие. На этом закончим.